Погнали. А ну-ка, бабы, встаньте в ряд, приятно сделать вам я рад. Ноги пошире и наклон вперед. Я подхожу каждой второй и провожу между ног рукой, не думая при этом головой. Я делаю все просто так, стоит, и я иду дурак. Я понял, что член мой это враг. Ну как, скажите, совладать, чтобы опять кому не дать, даже когда стоит, себя сдержать? Может, монахи или дрочить, и груз такой всю жизнь носить, а после не сдержаться согрешить? Уж нет, спасибо, лучше я не буду сдержать.